соберусь играть в крестики-нолики. Но у меня не выходит. Вы поможете? Вперед! Вперед за ней поскорей! О! Мне здесь нравится. Тут так мягко. Идем. Ух ты! Отличная табличка. Привет. Как мы можем помочь? Что ж, цель игры крестики-нолики – выстроить в ряд три своих фигуры. Да. Вот так. Раз, два, три. Верно. Вот. Три фигуры в ряд. Три нолика или крестика. Но если моя задача выстроить нолики в ряд, где надо поставить нолик? Я не знаю. А вы? Где должна поставить нолька свой нолик, чтобы закончить ряд? Вон там, внизу. Вот здесь. О, верно. Три фигуры в ряд. Мы поставили нолик здесь и закончили ряд. Три нолика в ряд. Давайте попробуем еще раз. Где мне поставить нолик, чтобы закончить ряд? Не знаете? Где нам с нолькой поставить третий нолик? Вот там! Вот здесь в углу? О, молодцы! Вот стоят три нолика в ряд. Ух ты! Я поняла! Кажется, теперь я смогу сыграть в крестики-нолики от начала до конца. Целую игру? То есть с чистой таблички? Да! Я буду играть ноликами, а ты крестиками. А что, это мне? Ладно, спасибо. О, как мило. Я крестив. Я построю три крестика в ряд. Я хожу первой. Ставлю свой нолик в самую середину. Это очень мудрое решение, нолька. Теперь наша очередь ходить. А может, поставим крестик вот здесь? Вот так. Где же мне теперь поставить нолик? Помните, я выстраиваю нолики в ряд. Точно! Поставлю второй нолик здесь. Тогда он будет в одном ряду с первым ноликом. Хороший ход, нолька. А где нам поставить крестик? Вон там, сверху! О! Да, нолька, я поставлю второй крестик вот здесь, в один ряд с первым. Где же мне теперь поставить нолик? Придумала, я поставлю его вот здесь. Три нолика в ряд. Ты три нолика в ряд. Эй, молодец. Победа твоя. Ура! И все благодаря нашим занятиям. Ну, Булька, надо почаще играть в крестики-нолики, потому что в следующий раз крестики должны победить. А теперь нам пора искать подсказки, чтобы узнать, какую игру хочет разучить Булька.